Меня зовут Борис, я работаю разработчиком на Go в софтсерве. И сегодня моя презентация будет о том, что нового появилось в Go версии 1.8. Изначально каркас для этой презентации был взят с презентации Дэйва Чейни на релиз пати. Он ее распространяет под Creative Commons, поэтому взял ее за основу и сверху добавил свои вещи. Если что, ссылочка по описанию с оригинальной можно ознакомиться. Ссылочка на слайде. Как обычно, разработчики нас порадовали приростом перформанса. Были проделаны огромные улучшения в Garbage Collector. Практически, уже, нет, уже все платформы перешли на использование SSA-представлений, что дало как минимум 20-30% прирост на них, а на AMD64, которые уже были... Так, извиняюсь. Которые уже использовали AMD64, получили прирост примерно 10%. Вот. Ну, благодаря улучшениям всяких библиотек. То есть это так, в двух словах. По Garbage Collector. Разработчики все время пытаются уменьшить время задержек на STW, так называемый, Stop the World, Garbage Collector. Сейчас они обещают, что задержки Garbage Collector не будут превышать 100 микросекунд, а зачастую и 10 микросекунд. Но это все как бы слайдики, картинки и бенчмарки. Вот. Поэтому я решил сюда добавить еще несколько слайдов с графиками, отображающие реальные изменения задержек Garbage Collector, начиная с версии 1.4.3. Если что, оригинальные две ссылки на пост, там, где я достал эти графики, и на презентацию, на этом слайде. Это график. Объясняю, что здесь нарисовано. Некий Брайан в своем твиттере выкладывает постоянные сравнения изменения задержек Garbage Collector. Неизвестно, что, я честно не знаю, что это за сервис, не знаю, что он делает, вот, но по описанию это огромный сервис, в котором есть куча-куча инстансов аппликейшена, и для и к ним постоянно рисуется этот график, который отображает время задержек Garbage Collector. Вот. И этот Брайан каждый раз с выходом новой версии берет один из этих инстансов и переводит на новую версию, а потом смотрит, как изменился график. Соответственно, эти графики выгружают в общий доступ. Итак, с версии 1.4.3 до версии 1.5 время задержек Garbage Collector изменились с 300 миллисекунд до 40 миллисекунд. Скачок был очень значительный. Вот. На графике можно посмотреть, как место, где он задеплоил, где перешли, а потом они перевели и все. То есть все это так в двух словах. Изменения с версии 1.5 до 1.6. Уже гораздо меньше, но все же достаточно поражающий. С 40 до 10 миллисекунд. Извиняюсь за качество картинки, лучше он не выкладывал. Дальше, с версии 1.6 до версии 1.6.3. Объясню, почему не до 1.7, потому что в версии 1.6.3 был серьезный фикс, вот, который как бы и дал основной прирост. Вот. Тут же изменения были с 10 до 3,5 примерно миллисекунд. Да. Дальше, версия 1.6.3 до версии 1.7, тут уже незначительное уменьшение задержек. И с версии 1.7.3 до версии 1.8 бета. Тут изменение было с 3 миллисекунд до менее чем 1 миллисекунды. На самом деле, с выходом версии 1.8 скорость еще была уменьшена, то есть когда уже релиз-кандидат появился, скорость была еще меньше. Вот. Но графиков Брайан больше не выкладывал, если они появятся, то постараюсь обновить эту презентацию, чтобы они там валялись. Вот. Но состоянием на выход беты циферки были в реальном продакшене вот такие вот. Хорошо, с Garbage Collector закончили. Дефферы. Если кто не знаком, в Go есть инструкция Defer, которая позволяет выполнять какие-то операции после завершения основного тела функции. После ретурнов, паники, всего на свете. Это очень удобно, это очень юзабельно. Плохое слово. Это очень удобно, поэтому типа всеми пользуются. Улучшение заключается в чем? В патче Остин Клеменс, по-моему, предложил
более расходительно обращаться с памятью, скажем так. То есть патч был основан только на том, что он пересмотрел логику и банально оптимизировал аллокации и перемещение рантайма. То есть, если что, ссылочки есть в описании, там можно более подробно почитать, и там есть полное описание этого текста. Что дало это нам? Если сравнивать выполнение дефа с прошлой версией, то мы получили прирост примерно 42%. Но если сравнивать оверхед от использования дефа и неиспользования дефа, то мы получили разницу примерно в 2,2 раза. То есть с использованием деферов раньше вызов лока через дефер в старой версии занимал 77 наносекунд, в новой 43. Без вызов того же самого лока без дефера в старой версии занимал 16, теперь занимает 15,9. То есть разницу считаем, получаем. То есть прирост получился примерно 2,2 раза. Но это не все еще. Библиотека SeGo позволяет использовать, как название говорит, позволяет в Go использовать сишные библиотеки. Не очень быстро, не очень эффективно, но когда выхода нет, очень сильно может спасти. Тут патч был гораздо более простой. Банально человек пересмотрел код и обнаружил, что там вызывается два дефера, которые можно было инициализируются два дефера, которые можно было схлопнуть в один, тем самым сэкономить количество этих вызовов. Но в сочетании с предыдущим улучшением мы получили хороший прирост 62% на бенчмарке, который импортирует в себя пустую сишную функцию. То есть за чисто, образно говоря, за чистое использование самой библиотеки SeGo. По циферкам, если то в старой версии 146 наносекунд, в новой версии 56 наносекунд. То есть изменение очень даже значительное. Дальше. Также было сделано куча изменений в сторонних библиотеках. NetHttp получил дополнительные поддержки контекстов. JSON получил дополнительные проверки. CSV получил проверки. Ну и куча-куча всего. Чтобы поэтому не распыляться, я сделал проще. Я нашел в бенчмарке сравнение версий, начиная с 1.5 до 1.8, до 1.7, по сравнению с версией 1.8. Если пробежаться, ну, если не углубляться в подробности, то можно просто сравнить о том, что в среднем скорость увеличивается. Сразу оговорюсь о бенчмарке RegEx Much Easy. Там был какой-то issue на момент запуска этих бенчмарков. Его уже пофиксили, то есть бенчмарки, по идее, должны выдавать другие циферки. Вот, но я не перетестировал. Вот, то есть это сравнение Go 1.7 с Go 1.8, то есть есть прирост небольшой. Дальше 1.6, 1.8, тенденция соблюдается, и Go 1.5 с Go 1.8. По факту самый большой скачок был с версии 1.6 до 1.7. С 1.7 до 1.8, с 1.5 до 1.6 скачок получился не такой значительный, но все же он есть. Это хорошо, пусть продолжим. Еще одна хорошая новость. Ну, я уже не говорил о том, что весь старый бэкэнд был выпилен и переписан на новый с использованием SSA. Что такое SSA? SSA это представление кода, некое представление кода, которое позволяет проще его анализировать, обрабатывать, компилировать, собирать и так далее. Если в двух словах, то основной принцип SSA, Single Static Assignment, это то, что каждая переменная определяется один раз. То есть
На примере в вашем коде написано x равно 1, x равно 2, x равно 3. В SSA представлении этот код будет выглядеть как x1 равно 1, x2 равно 2, x3 равно 3. То есть переменная создается каждый раз, что позволяет очень хорошо отслеживать неиспользуемые переменные, что очень хорошо позволяет отслеживать кучу телодвижений. Вот. Если интересно более подробно по поводу SSA, опять-таки прикрепляю две ссылочки с митапов, на которых очень-очень-очень хорошо Андрей объяснил то, как работает SSA, что он из себя представляет, и просто там с картинками, графиками совсем. Крайне рекомендую ознакомиться. Опять-таки, это дало хороший прирост. Да, также отказались от старого парсера. Старый парсер был полностью выпилен и переписан на новый. Но тут есть один нюанс, поскольку не все части компилятора еще переписаны, то приходится конвертировать новые AST-таблицы Abstract Syntax 3 старого формата в те же самые Syntax 3, только нового формата. То есть из-за этого получается, что 1.8 немного проигрывает в производительности. В 1.9 разработчики обещают это выпилить, то есть проверим. Думаю, проблем с этим не будет. Но опять-таки это очередной очень серьезный шаг в сторону скорости, в сторону оптимизации, в сторону независимости самого языка. Также бенчмарки. С версии 1.4.3 При переходе с версии 1.4.3 на версию 1.5 Go обзавелся своим собственным компилятором. То есть отказались от C-шного компилятора, взяли Go-шный и начали на нем работать. Вот. Но поскольку большая часть кода была просто транслитерирована, то, понятное дело, по перформансу это ударило очень серьезно. С тех пор разработчики пытаются постепенно вернуться хотя бы к показателю версии 1.4.3. На графике отображено примерное изменение время на билд разных проектов GUD, GOX, Cube Controller. Умер, не помню, что за проект. Вот, то есть тенденция опять-таки соблюдается, рост есть, скорость будет. Все очень хорошо. По портам. В Go появилась поддержка новых MIPS, некоторых MIPS-процессоров, но там есть оговорки о поддержке цифр с плавающей точкой, то есть там не все так просто, но опять-таки там явно есть 2-3 человека, заинтересованные в этом, которые собираются это допиливать. То есть поддержка MIPS-архитектур, возможно, будет, ну, если это кому-то надо, да. Dragonfly изменили минимальную поддерживаемую версию OpenBSD и OSX. Также из серьезных новостей, не знаю, новостей, предложений, было предложено отказаться от архитектуры ARMv5 и, возможно, ARMv6, вплоть до ARM6K. Из-за отсутствия в них некоторых инструкций для атомарной работы с памятью. Что там, как написано в предложении, из-за чего приходится делать еще 57 костылей, которые эмулируют все те же самые действия. Хотя это можно было бы сделать на ЦПУ. Это опять-таки ограничивает разработчиков от дальнейшей оптимизации, добавляет еще один уровень абстракции и так далее. То есть если разработчики не найдут билдеров под ARM пятой и шестой версии, то они от нее откажутся и продолжат свой путь в оптимизацию. Дальше. Изменения в тулзоинах. GoToolYak. Утилита, поскольку парсер был от старого як парсера отказались, то и утилита сама тоже перекочевала в репозиторий. То есть теперь в стандартном пакете тулзов нету яка. Его теперь отдельно вытягиваем, отдельно запускаем, отдельно используем. Если опять-таки необходимо. Тут немного этот. GoToolSM получил поддержку новых инструкций. Тут опять-таки можно ознакомиться, комментировать, тут не очень есть что.
GoTelTrace теперь умеет из TraceOutput генерировать профайл output, который опять-таки можно запихать в профайлер и посмотреть всю ту же самую информацию. Плюс было улучшено отображение garbage collection, отображение запусков garbage collector, ресурсов используемых и так далее. Вот. Если что, если кто не в курсе, GoTelTrace — утилита, которая запускает в веб-приложении графики с отображением используемой памяти, процессора, горутины и всю статистику, которая, ну, трейсер обычный, да, который может понадобиться при разработке оптимизации. Если интересно, опять-таки есть презентация с .go 2016, октябрьская, вот, там, где очень подробно и очень интересно рассказывают про то, как она работает, что где находится, что от чего зависит и so on. GoTelVet — утилита для синтаксического анализа кода. Получила опять-таки новые плюшки, определяет дублирующиеся теги в структурах, в тех же самых тегах разделители проверяет. Да, из серьезных еще вещей, которые реально может пригодиться, это вызов response body close перед проверкой ошибок. Но не знаю, почему так было сделано. Допустим, с файлом это не работает. Это работает только на HTTP response body close. Ни над какими другими библиотеками GoTool не ругается. GoTool не ругается. Вот. Также тут есть... Ага. Нет, не даст мне запустить. Сори, мы по сети. Вот. Также есть презентажка, которая показывает, что в версии 1.8 уже GoVet ругается на дублирующиеся теги. Вот, но запустить не получится. Сори. Вот. GoFix — утилита, которая позволяет автоматически адаптировать сорсы, писанные под старую версию, в новую версию. Как-то так. Ну, на самом деле, сам я ни разу не пользовался, как-то стрёмненько. Вот. Но в ней добавлено, поскольку контекст перекочевал из репозиториев в основную библиотеку, то в ней еще добавлена инструкция, которая переписывает старые импорты golang.org.xnet, контекст на обыкновенный контекст. Вот. Баг. Утилита для ленивых. Это мы можем даже запустить. Что она делает? Мы не можем запустить, у меня тут Go нету. Сори, не можем. Что она делает? Заходим в любую папку, вызываем GoBug. У нас открывается браузер, на странице Golang Issues открывается заготовка issues, в котором введены уже все ваши environment variables, вся необходимая информация, вся статистика. И три блока. Что случилось, что хотели, что ожидали увидеть, и еще один. В общем, стандартная заготовка создания issue. Утилита для ленивых, возможно, issue появится больше. Еще одна ключевая, по моему мнению, штука. GoPass наконец-то получил дефолтное значение. Думаю, те, кто работали с Go, когда пытались настроить его в первый раз на своем environment, повозились с пониманием, что такое GoPass, куда его совать, почему именно туда, как он работает и вообще, что это за магическая вещь. Вот. Поэтому, по-моему, да и Ченни, по-моему, так он же и предложил, добавить просто банальный default pass. В Unix это теперь home go, в винде это папка пользователя, пользователь, имя пользователя go. Вот. Опять-таки переписывается тем же самым go pass поверху. И изменения в рантайме. Первое. Добавлена возможность профилирования локов. Но пока что поддерживаются только обыкновенные sync-mutexы. RV-mutexы не поддерживаются. Почему? Ну, судя по тому, что написано в той issue, то кто-то просто провтыкал. Вот. Поэтому обещают в ранних билдах 1.9 сразу же это все исправить, добавить, и все будет работать. Пройдемся по примеру. Обыкновенный бенчмарк. В цикле создаем какой-то объект, дальше покажу, как он реализован.
какую-то инициализируем какую-то структуру, потом к этой структуре обращаемся, запускаем еще один цикл, в этой структуре обращаемся в горутине и вызываем метод put, который в этом мапе foo положит i. Идем и смотрим, что показывает нам профайлер при запуске такого. Вот как сам put реализован, обыкновенный лог, положить значение, unlock. Вот. И профайлер теперь умеет выводить время задержек на локи. То есть теперь, если у вас код обширно измазан локами, то есть хороший повод его оптимизировать. Вот, и посмотреть, где там что не так. Еще одно значительное новшество в Go. Добавлена поддержка плагинов, нативных плагинов. Что это теперь такое? Пишите банальный пакет, любой, какой нравится, а при билде добавляете еще один параметр, build mod plugin. На выходе получаете plugin.so. Как это работает? А вот так это работает. У себя вызываете библиотеку плагин, указываете путь на сам плагин, он инициализируется и получаете переменную, в которой он валяется. А дальше через lookup начинаете обращаться к методам, функциям внутри и всему, чему только возможно. Вот опять-таки у нас есть variable int, у нас есть какая-то функция и так далее. Сразу уточняю. Плагин lookup возвращает, по-моему, объект плагин символ. Плагин символ, по-моему, возвращает, поэтому его сюда надо сертить и не иначе, если хотите с ним поработать. Вот. И демо того, как это работает. Если, конечно, взлетит. Сейчас будем пробовать. Так, у меня тут пути открывато уже немерено. Но они все отвалились успешно. Так что извиняюсь. Нужно немножко. Есть. Теперь создаем второго. Главное, чтобы по сети сейчас не начались веселухи, потому что когда до этого тестировал, задержки были ужасные. Опять-таки, webvoice.rc.compoing.go. Есть. Как-то его развернем, как-то его запустим. Что из себя представляет вообще этот пример? Это банальный. Скажу только про main. Аппликуха все время сканирует папку plugins, которая находится в той же директории, и для всего, что там находится, компилирует и запускает. И так в цикле до бесконечности. Процессор начинает гореть. Вот. То есть по коду тут все. Да, еще, если кто-то еще захочет поиграться, сразу уточню, что для плагинов необходимо указывать функцию run, ну, которая возвращает error. Вот, иначе она просто не примет и не будет работать. То есть поделка такая, сделана на коленке, но очень хорошо иллюстрирует то, как работают вообще плагины. Так, давайте, наверное, эти плагины поудаляем отсюда. Тут я много чего уже понаделывал. Так, удаляем плагин, удаляем вот этот плагин. Все, плагинов у нас нет. Отлично. Так, теперь в соседней консольке. Да, вон я ее уже сбил, я уже буду запускать, чтобы сейчас не билдить, не рисковать. А, нет, стоп, это папочка. Билдить. Ну ладно. Взлетим, не взлетим. Можешь сейчас на примешине начать ругаться. Так, ну пока у нас папочка пустая, у нас ничего не происходит, он ничего не выводится. Так, создаем первый плагин какой-нибудь. Ну давайте там
тот же самый был грейдинг, как и был. О, посыпались ошибочки. Access target, package load, бла-бла-бла-бла, code not compile. Ну понятно, файл у нас пустой, его скомпилировать не выходит. Странно было бы, если вышло. Так, теперь берем какой-нибудь package, main, тут же объявляем fun, error, и делаем какой-нибудь return, чтобы оно заткнулось наконец-то, nil. Чек, сохранили. А, permission denied, я понял. И... А, ну да, все, да, у нас же плагин ничего не делает, логично. Все, но ругаться оно уже перестало. Это уже хоть что-то хорошо. Вот, и теперь... Давайте чего-нибудь сюда добавим. Давайте начнем с простого fmt print ln. Все. Пускай у нас оратор будет орать. Так. Отлично. Сохранили. О! Проснулся. Вот, начинает выводить. Давайте добавим еще один планин. Так, что-то с управлением не очень. Давайте... Было бы два тоже. Оп, заходим. И тут провернем. Так, стоп. Все назад. Идем. Мы делаем тот же самый фанкран. И error. Да, все, пошел ругаться. Ему уже не нравится и тому подобное. Логично. Return nil. Затыкаем его. О, теперь ему должно полегчать. Да, все продолжает наш ротор орать. Этот ничего не делает. Тут та же самая штука. Можем вывести. Давайте форс здесь запустим какой-нибудь. Никому здесь хуже не будет уже. Там... Не знаю, меньше. И тут тоже пускай будет второй оратор. Ln, пускай он принтует. О, пускай он и принтует. Будем радоваться. Все сохранилось. И смотрим. Все. Каждый пакет билдил, каждый плагин билдится, каждый плагин запускается. Все отлично. Вот. А для чего это показываю? Для того, чтобы объяснить, что плагины на самом деле крайне удобные и крайне простые. То есть создаются они как любые другие функции, как любые другие, ну, как любые другие проекты, просто они билдятся по-другому. Все, что это нам дает? Так, давайте это погасим, а то у меня, наверное, процессор уже этот взорвается. Что это нам дает? Первое, это нам дает возможность динамически управлять зависимостями, вплоть до динамической их подгрузки. То есть изменилась у вас какая-то либо, вам не надо стопать весь проект. Положили новый пакет, пинганули свой сервис, он взял новый, собрал, запустил. Все отлично работает. То есть проблем с этим нету. Очень удобно, очень интересно. Так, да, если что, есть сорсы на эту же, на сорсы того, что я показывал, есть по ссылочке, и опять-таки есть видеопрезентация от автора. Дальше, изменения в структурах. Раньше была проблема при конвертации одной структуры в другую, то что если там есть теги, то и теги разные, то структуры не конвертировались, потому что считали, что внутри лежащее поле другого типа. Ну, опять-таки, из-за строгой типизации языка. Вот. В этой версии, в версии 1.8 это было поправлено, теперь они нормально конвертируются, теги переписываются, и все хорошо. Изменение минорное, но... Все равно крайне, крайне приятно. Было добавлено новая функция, новый метод в библиотеку OS, которая возвращает путь на бинарник, с которого было запущено приложение первоначально.
Но сразу есть одна оговорка. Внутри этот os-executable реализован через банальный singleton в глобальной variable. То есть, когда запускается приложение, он один раз запускается, в глобальную variable кладет этот путь и все. Что это значит? Это значит, что если бинарник удален, перемещен или что-то с ним случилось, то os-executable вернет невалидный путь. То есть это всегда надо иметь в виду и всегда надо перепроверять. Дальше. Да. С версии 1.6 в Go была добавлена проверка на конкурентный доступ к мапам. Хэш-таблицам, не знаю, мапам. Но до этого они, эта проверка вызывалась только при добавлении параметра race. С версии 1.8 это было перенесено в стандартные проверки при билде и ранее, то есть теперь это не вывалится в рантайме, если разработчик забыл проверить на дата race со свою аппликуху. То есть она у него банально не сбилдится, не заранится и все. То есть при этом выпадает паника о том, что на таком-то месте у вас race. Вот. Удобно. Хорошо, но рейс все равно надо использовать. Есть еще куча всяких вещей, которые нужно проверять. Так, изменения в стандартной библиотеке. Так я что-то... А, не пропустил ничего, нормально. Библиотека sort, пакет sort, стандартная библиотека sort обзавелась новой функцией slice. Ну, как новая. Она до этого была, только она называлась как-то по-другому, и она... И в комментарии к ней было написано, что она unstable. Вот, сейчас же она stable, она переименована, все, то есть ее уже можно официально использовать. Что она дает? Она дает возможность сортировать слайсы, array кастомных структур. То есть пообъявляли вы себе какие-то кастомные типы и хотите их сортировать. Отсортировать там, в алфавитном порядке по четвертой букве внутри лежащего поля. Неважно, что придумали. Вот. Это реализовывается слайсами очень легко. Передается сюда сам массив и передается функция, к которой будет обращаться слайс, передавая ей каждый индекс каждого проверяемого элемента. Функция должна принимать опять-таки i и j, это индексы, j равно, по-моему, i плюс 1, и возвращать bool, что будет означать, что i больше j. Да, что i больше j. И все, в принципе, то есть любые обращения, любая реализация, хоть напишите там здоровенный метод и запихайте его сюда, все равно это будет отрабатываться. Очень, очень удобно, очень, очень гибко. В Go добавили graceful shutdown. Что это такое? Думаю, не стоит это объяснять. Вот, но все равно. Graceful Shutdown это возможность положить сервер, не обрывая коннекты. То есть подать сигнал серверу, сказать: сервер, переставай принимать, заканчивай все и возвращайся, ну, и ложись. Сервер говорит: окей, ждет, и ждет, пока обслужит всех клиентов, которые все еще что-то качают, которые держат активное соединение. Да, и закрывается. Причем при этом он не принимает новых соединений. Шатдаун теперь поддерживает, ну, как и все на свете, ну, как большинство библиотек, как хотят разработчики, поддерживает контекст, то есть им можно отсюда управлять, ну, уже добавляет гибкости в управление. Вот, и все, в принципе. Как это делается? При вызове метода SRV shutdown, ну, SRV это наш сервер, при вызове метода shutdown посылается сигнал на один из дочерних, по-моему, методов listener, вот, и он гасится, вот, хотя весь остальный сервис продолжает работать, и он в цикле просто каждую секунду перепроверяет, не закрылись ли все. Если все закрылись, он спокойненько выходит и сигнализирует об этом. Вот, а если, ну да, сумбурно получилось, опять-таки, демка. Сейчас покажу, как это работает в реальном мире, я с ней хорошо повозился, с помощи просить. Вот. Спасибо, кстати. Вот. Ну, а сейчас покажу, что вышло. Так, идем куда-нибудь сюда, походу. Сюда мы и идем. Так,
запускаем раз, запускаем два. Так, есть. У меня там добавилось. Так, нам еще одна консолька понадобится. Сидел перед презентацией, все эти консольки открывал, размазывал их по экрану. Зря старался. Так, идем. Так, я не знаю, как это фигня. О, работает нормально. У нас тут есть, есть сервер, есть клиент. А, я его даже подведу, пытался компилировать, чтобы сегодня показать. Ну такое. Так, опять-таки, зайдем в NVIM. В двух словах буквально. Пробегусь, объясню, что он вообще делает. На репозитории валяется client Go и валяется сервер Go. Заходим в сервер. Так, это можно выключить. Что такое сервер? Сервер взят тупо из примера и заменен в нем хендлер. Хендлер что делает? Инициирует флушера, который в цикле отправляет сообщение, одно и то же самое сообщение и флушит его пользователю, то есть в HTTP флуш. Вот. Потом спит 200 миллисекунд и продолжает по новой, пока не закончится цикл. Все, в принципе, ничего страшного. Также тут есть listener, который слушает ввода от пользователя, то есть банального нажатия Enter, вот. После чего вызывает shutdown и выходит. Мы же... Все. Ну, тут еще немного синхронизации добавлено, с которой я как раз и навозился. Да. Да, если захотите использовать пример из презентации, то будьте внимательны, при вызове SRV shutdown listen and serve гасится и вас выкидывает. То есть приходится еще делать дополнительную синхронизацию какую-то, чтобы ожидать, пока не закончится shutdown. Что такое? Так, стоп, клиента забыл показать. Sorry, Michael. Так, клиент крайне простой. Обращается по этому адресу, инициирует ридера и начинает читать по строчке то, что приходит. Все, что приходит, он принтует с каунтером, прибавляет каунтер и выходит. Все, вообще никакой магии. Так, только осталось. Добавилось. Это быть не должно. Все. Попробуем запустить. Это я ничего не поломал. Так. Давайте запускаем для начала, побилдаем их, сервер Go. О, сервер запустился, это хорошо. Теперь осталось запустить клиента. Так, есть, и запускаем клиента. Объясняю, что сейчас будет происходить. Поднят сервер, который на каждый запрос просто отдает 100 раз с задержкой 200 миллисекунд, как я уже говорил, сообщение. Клиент его будет выводить в этом окне. В этом окне я буду пытаться повторно подключиться при Graceful Shutdown. С того момента, как я вызову Graceful Shutdown, я буду пытаться сюда подключиться, чтобы показать, что он действительно уже новое не принимает, а тут будет видно, что они еще продолжают работать. Ой, все, опять что-то коротко. Итого. Сервер у нас запущен, при банальном нажатии Enter он вызывает shutdown. Пока никто его не слушает, все это происходит очень быстро. Теперь запускаем клиента. И все, он пошел вещать свои 100 сообщений. Можем еще одного запустить, если сильно хочется. То есть хуже ему не будет. Вот. И он продолжает себе что-нибудь тарабанить. Давайте этого погасим, это пускай тарабанит. Теперь вызываем Graceful Shutdown. У нас ничего не выходит, консоль нам не отдает, он еще продолжает работать. Пробуем подключиться. Ничего. Пробуем. Ой, блин, клавиатура не работает. Все, поздно, не успел. Да. Вот. Но на самом деле там порт закрыт, то есть уже ничего не пускает. Ну, нет, порт еще открыт, типа, но он рефьюзит все коннекты, уже ничего невозможно сделать. Элементарная презентация. Запускаем. Еще раз. Помучаем его еще как-нибудь. То можно этот. Да, кстати, я тут заметил еще один нюанс, когда перетестировал несколько раз, что при... что сервер гасится, то есть, допустим, у нас есть два клиента, которые слушают. Вот этот я запускаю позже. Вот он сейчас слушается. Я запускаю Graceful Shutdown, а потом гашу его. Graceful Shutdown продолжает работать, пока хендлер вещает в соединение. Только после этого, когда он получит
когда он получит сообщение о том, что он все довещал, когда функция handler выйдет, он только закончит выполнение, все, то есть не раньше. То есть это никак не зависит от клиентов. То есть если будет висеть какой-нибудь клиент, который там... Нет, не будет такой ситуации. Ладно, это я уже что-то загнался. Ладно, в общем, все предельно просто. С демками мы позаканчивали. Идем дальше по... А, дальше, это последний слайд. Так, да, HTTP 2. В Go был добавлен, HTTP Response был добавлен метод push. Если кто не в курсе, HTTP 2 поддерживает push данных с... Да ну, кто не в курсе. Поддерживает push данных с сервера на клиент. Что это дает, если в двух словах? Есть у вас аппликуха, endpoint какой-то, который отгружает HTML-страничку. На HTML-страничке у вас там еще 40 CSS-ок, 20 JS-ок и еще куча-куча-куча картинок. Вот. Браузер получает то HTML-ку, распаршивает все, находит все эти ссылочки. По каждой ссылочке идет к вам на сервер, у вас на сервере начинает тянуть эти файлы, когда он их всех подтягивает, он отрендеривает страницу. Немного неудобно, неэффективно. Что позволяет делать push в HTTP 2? Он позволяет при отгрузке HTML еще допушить какие-то данные. В данном случае, в моем примере, допушить все эти картинки, CSS, JS, которые браузер, в свою очередь, положит у себя в кэш. А потом, когда он допарсит HTML и обнаружит, что они все-таки ему нужны, он уже не будет идти на сервер, он их найдет у себя и оттуда их использует. То есть все элементарно, все очень просто. Вот. Если кто-то не стыкался, то статья на хабре. Очень хорошо описано, что она дает, что она делает, какие с этого есть бенефиты и вообще насколько этот. И вообще хороший пример, просто как с этим работать, если еще никогда не работали. Вот. Итак, в завершение. Go стал быстрее, сильнее, выше. Скорость лучше, все лучше. Надеемся, разработчики сохранят эту тенденцию. Вот. И надеюсь, мы когда-нибудь достигнем и переплюнем версию 1.4.3 по скорости компиляции и по скорости работы. Если кому-то интересно, все слайды есть, вся эта презентация со всеми примерами и со всем, 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 что внутри, есть по ссылочке, если что, на нее опять-таки же QR-код. Возможно, у кого-то есть какие-то вопросы? Потому что я серьезно, сумбурно бежал, задавайте вопросы. Да, есть вопросы. Можно меня слышно? Сейчас, секундочку, звук отправлю. Ага. Алло, алло, слышно? Да, так лучше. А как сработает Graceful Shutdown, если мы используем WebSockets? Graceful Shutdown с веб-сокетами вообще не работает. Там документация написана о том, что веб-сокеты нужно хендлить самому. То есть Хорошо, нужно спасибо. самому реализовывать это закрытие, да, эти типа, выходы. Еще один вопрос. Есть какие-то новости о дженериках Go? Вот честно, не в курсе. Серьезно, не в курсе. Даже как-то не этот, не мониторил.